Всем привет, дорогие друзья, с вами ДарРиди, это Red Ball 2. Я надеюсь, ты поставишь палец вверх, а я постараюсь пройти как можно дальше. Да, тут прикольно. Тут физика есть, это мне нравится. Немножечко. Ну ладно. Уже лучше толкаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто это такой? Офигите. Кто это, боже мой? Ладно. Что-то непонятно, ребят. Ах ты ж. Так, переиграем. По крайней мере, тут мало рекламок. Ах ты ж, черт. Все, мы сосредоточились. Давайте отсюда поставим. Надо показать мастер-класс. Да что к тебе? Блин. Ну все, я сосредоточен. Какой-то странный звук издает. Да какого ж лешего? Эй, мне уже это надоело. Может быть, на телефоне было бы удобнее играть? Так, ясно. Может, сначала помню, потом назад. Назад. Вперед. Это большой какой-то. Это же, блин. Тихо-тихо-тихо. Я же загнался. Можно вот так сделать. Отлично. Мы прошли. А, это был первый левел, да? То есть я не могу открыть следующий? Я же тут все прошел. Да ты издеваешься. Мы тут все прошли. Все следующий уровень. Это немножко нечестно. Тут нужно несколько раз пройти уровень. Ну, по крайней мере, стало лучше получаться. Это непонятное чутье. Блин. Надо делать так. Смотрите, как в прошлый раз же у нас получалось. Но сейчас не получается. Так, молодец. Да чтоб тебе. Нельзя падать было. Ладно, назад. А что-нибудь другое есть? Шар можно тоже выбрать. Тоже это стоит определенных средств. Так, нам предлагают в какие-то еще игры поиграть. Что такое? Давайте. А, ребят, ну это надо скачать отдельно. Так, ну, в принципе, в общем, мы прошли, и мы набрали 38 монеток. Нам надо 150, чтобы открылся новый уровень, как вы уже поняли. И все так просто. Может быть, я уже стал быстро проходить. Со временем все равно привыкаешь. Такое, видимо, будет короткое видео. Так, вот так вот. Оказывается, все просто. Так, ну и все, и не можем выбрать. Это, конечно, плохо. Такая простая игрушка, постоянно первый левел. Несерьезно. С вами был ДарРиди, вот, в общем, это вторая часть. Хотите играть, хотите нет. Пока-пока.